На днях стало известно о том, что занемогшую Татьяну Анатольевну было решено заменить в ледниковом периоде на Елену Чайковскую. Но, судя по всему, главная судья шоу не собирается отдавать коллеге свое место. В беседе с РИА Новости она пояснила, когда вернется в состав жюри. «Уже чувствую себя ничего. Планирую участвовать в съемках ледникового периода уже со следующей недели».